Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. И мы продолжаем, дорогие друзья. Если вы только что присоединились, у нас сегодня Митя Фомин и замечательные музыканты, которые сопровождают его выступление, живое выступление. А мы сегодня сидим на стульчиках, никуда не рыпаемся, что называется, даже без танцев практически, ну, разве что сидя, разминаем вот так вот верхнюю часть. Знаете, что не хватает? Если бы у нас не было прямого эфира, то чуть-чуть, что как для вдохновения. Ну, совсем немножко. Глоток. Глоток вдохновения. Митя говорит, друзья, про чай с лимоном. Друзья, ну, конечно, самое интересное 8 декабря у Мити концерт, сольная большая акустическая программа, смена декораций бесконечная какая-то, да? Осень. Декораций не будет, нет. У нас не карнавал. У нас... Ну, декорации какие-то придумали. Декорации будут. Они где-то неожиданные, где-то ожиданные, но мне кажется, на... В театральной сцене они будут казаться уместно. Но ты не можешь быть полностью ожиданным, выражаясь твоими словами. Мне кажется, я вообще сам для себя. Полная неожиданность. Мить, будешь ли записывать эти песни? Да, мы будем делать съемку. Хорошо. Для того, чтобы, во-первых, потом каким-то образом поделиться с теми, кто не смог приехать, кто не смог попасть. И, ну, мы вас приглашаем, если у вас будет время. Спасибо тебе большое. И возможность. Спасибо. Мы как раз с понедельника начнем уже приглашать активно. И для того, чтобы потом, наверное, увидеть то, что у нас получилось лучше или получилось хуже, я вообще, знаете, адепт работы над ошибками. Я все время моим ребятам говорю: так, слушаем эфиры. Слушаем, работаем над ошибками. Давайте мы вам дадим повод сейчас тоже поработать над ошибками потом. Если среди ночи встать на край окна, если по чуть-чуть, а потом до дна, замолчать и вдруг запеть наперебой мой диагноз. Любовь. Быстрыми шагами мерить тишину, долгими ночами снова не усну, постоянно думать лишь о нас с тобой. Мой диагноз. Любовь. Сквозь терни я летел тебе, ведь для тебя, когда луны преграды все преодолел, вот ныне будем вместе мы. Поцелуи под дождем, до свидания, ночи без сна, мы все с тобой переживем. Вот так вот я люблю тебя. Тебя, тебя. Тебя, тебя. Тебя, тебя, тебя. Вот так вот я люблю тебя. Если сложно удержаться от своих обид, убегать, но знать обратно переход закрыт, но пытаться подобрать двери пароль. Диагноз. Любовь. Замолчать и вдруг довериться вновь тебе, взять взрывчатку, подорвать закрытую дверь и уйти в одно мгновение, забрав с собой свой диагноз. Любовь. Сквозь терни я летел тебе, ведь до тебя, когда луны преграды все преодолел, ныне будем вместе мы. Поцелуи под дождем, до свидания, ночи без сна, мы все с тобой переживем. Вот так вот я люблю тебя. Тебя, 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 тебя. Сквозь терни я летел к тебе, ведь до тебя, когда луны преграды все преодолел, отныне будем вместе мы. Поцелуи под дождем, до свидания, ночь без сна, мы все с тобой переживем. Вот так вот я люблю тебя.
тебя, 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 тебя. Вот так вот я люблю тебя. Да. И пока Александра Хайрулина, а также зрительницы, слушательницы страны ФМ приходят в себя. Я должна сказать, да, и вот вроде знаешь, что не любят тебя, а так поет, что думаешь, что прям тебя и любят. Все. Саша, эти три минуты. А нас таких миллионы по всему миру. Тебя много кто любит. Я, наверное, один из них. Хорошо. Митя, мне кажется, это готовая серенада подобная. Вот это значит, это правильный ответ. Мы говорим о том, что завтра будет все по-другому. Я подумал о том, что это всего лишь месяц до Нового года, до 2017 года. И, в общем, все люди связывают с Новым годом вообще что-то новое, что у них будут надежды по-другому. Большие, да. Надежды. И, в общем, мне кажется, никто, кроме нас, эти надежды не может воплотить и не может реализовать. Поэтому для меня, то есть я сам себе говорю, если я себе раньше говорил, что у нас все будет хорошо, и, в общем, я продолжаю это делать, да, то, наверное, песня «Завтра будет все по-другому», по названию которой и называется альбом, для меня уже такой манифест, знаете, такого взирающего с уверенностью человека завтрашний день. Да, и я могу сказать, что это любимая песня из моего репертуара. А мы послушаем ее сегодня? Вы знаете, мы ее легко сегодня... Да? Послушаем. Более того, ее очень любит Алексей Широков. Ой, ну тогда должны тоже, быть разные послушать. Тоже. И что я хочу сказать? Там будут разные песни от самых разных авторов. Вообще, песня имеет обыкновение находить тебя либо с автором, либо сама по себе. И, конечно, в них есть магия, потому что некоторые из них ждут своего часа по несколько лет. Некоторые, будучи записанными, тоже, как бы так, знаете, вот такое ощущение, что они как бы как урожай. Созревает, они назревают, да. Созревают. И если она подхватывается, мне кажется, для исполнителей это счастье. Моя мама говорит всегда, что, Мить, пой как птица, пой просто потому, что тебя поет. Дорог, где б я ни ходил, и нет больше слов, чтобы сказать не мог. Я не предавал нежности твоей, просто я не понял, как прикасаться к ней. Ты же сама знаешь, завтра будет все по-другому. Где-то глубоко останется печаль. Просто дай мне честное слово, что когда-нибудь научишься прощать. Я все знаю сам, больше я не жду. Стрелки на часах, дни как бумагу жгут. Сердце налегке отпускаю я. Если хочешь плакать, плачь только без меня. Ты же сама знаешь, завтра будет все по-другому. Где-то глубоко останется.
останется печаль. Просто дай мне честное слово, что когда-нибудь научишься прощать, 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 уйти и в ответ промолчать. Любовь больше не сама знаешь, завтра будет все по-другому. Где-то глубоко останется печаль. Просто дай мне честное слово, что когда-нибудь научишься прощать. Завтра будет все по-другому. Где-то глубоко останется печаль. Просто дай мне честное слово, больше никогда любовь не обещать. Спасибо. Митя Фомин. Философский и акустический Митя Фомин. А вы знаете, что мне хочется всегда, когда я пою эту песню, сказать: завтра будет все по-другому, Зинка. Почему? Не знаю, мне почему-то. Ты смотришь на Алексея? Нет, не смотрю на Алексея. Просто мне набивает. Зинка появится в твоей жизни. Да, вы что-то такое, знаете, какой-то одесский дворик. Смотри. Я прям вижу, как какой-то, знаете, какой-то вот такой вот, знаете, мужичок выходит в алкоголичке, знаете, такой с папиросы во рту, кепка. И, знаешь, завтра будет все по-другому, Зинка. Да. Мы будем петь, и наверное, мы споем что-нибудь. Вот Алексей хочет найти... То есть Леша хочет, чтобы мы спели песни, которые у нас хуже всего получаются. Слушай, ты сам хотел тренинг, Митя. Теперь уже понятно, кто директор в коллективе. В общем, так все присутствует. А мы все абсолютно равноправны. Абсолютно равно. Вот. Но для меня слово музыкантов закон. Угу. И поэтому, если найти и не терять, ну, значит, Леша, скручу этим баранку. Но я хочу сказать Леше за это спасибо. Почему? Потому что это песня, которая пока единственная открывается, собственно, на iTunes. Ее можно услышать. Она новая, это новый сингл. Красиво. И спасибо. И как и в любую новую песню мы очень верим. О чем она? О том, как однажды найдя свою любовь, ее легко потерять, но надо во что бы то ни стало ее оставить рядом с собой. Слушаем. Найти и не терять, и не терять. Каждый из нас
нас терял хоть раз. Каждый хотел бы все вернуть, и миллион неровных фраз вычеркнуть. Нашу судьбу спешим узнать, но забываем жизни суть. Каждому нам дано понять, просто, просто, просто так любовь найти и не терять. Найти и не терять, найти и не терять, найти и не терять, найти и не терять, найти и не терять. Я знаю, птицы весну вернут, а мне бы первым тебя найти, тебя найти и не терять, найти и не терять. Каждый из нас терял хоть раз, каждый из нас хотел вернуть. Спешим узнать, но забываем жизнь и суть. Каждому нам дано понять, просто, просто, просто любовь найти и не терять. Найти и не терять, найти и не терять, найти и не терять. Найти и не терять, найти и не терять. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо! А вот теперь наши бурные аплодисменты. Мить, мне кажется, вот песня, которая может примирить людей, если что-то вот где-то случилось, да. Или вам может не потерять свою любовь, задуматься об этом? Мне хочется в это верить, потому что песня «Строить и жить» помогает во все времена, и если вдруг кому-то она будет уместной, но что же, это прекрасно. Мить, по поводу форматов. Ты один из самых передовых музыкантов. Да, да, признай, это факт. Я бы поспорил, но окей. Хорошо. Да нет времени у нас. Куда музыка идет? Вот как ты считаешь, как ты чувствуешь? Да. Мне кажется, что в нашем мире сейчас правит эклектика.
смешение стилей, фьюжн. Мне всегда будет в первую очередь душа и все, что связано с честной музыкой, с музыкой, идущей от души, от сердца. Наверное, она может быть непрогнозируемой ни по ритму, ни по мелодике, ни по вербальности, ни по продолжительности, ни по форме, ни почему. Она может быть классической, она может быть не классической. Но дело в том, что музыка, идущая от вдохновения, от души и сердца, она всегда будет в фаворе, потому что она найдет свои, скажем так, рецепторы у другого человека. Может быть, даже известным исполнителям придется, понимаете, трансформироваться под какую-то песню своего слушателя. Вполне возможно. Очень серьезная тема затронута, Митя. Спасибо тебе большое. Я думаю, что все, кого заинтересовала эта беседа, а также акустическая программа Мити Фоминова, обязательно должны присутствовать 8 декабря. Где, Митя, во сколько, еще раз? Я приглашаю всех 8 декабря. Театральный центр на Страстном, 8 часов вечера. Это самый центр Москвы, Пушкинская площадь. Мы играем живой концерт с более выученными песнями. Мы сейчас переходим к финальной песне, потому что у нас очень мало времени остается. Все, ребята. Финальная песня. Леша, выбирай. Все, ребят, поем, да. Спасибо большое. Спасибо, спасибо за эфир. И спасибо, что мы сегодня первые. Зима теперь пройдет жарко. Выключаю, все, не хочу. Мы сегодня будем летать. Большую птицу я приручу, а ты начинай меня обожать. Нам осталось вечность и день, а может просто пару секунд. Дай мне руку, не бойся сгореть. Звезда на небе, на следующий путь. Следуй за солнцем и мечтай. Сегодня мы танцуем босиком на песке. Я буду сердцем, а ты давай. Напиши на нем пару слов о себе. Следуй за солнцем и сияй. Сегодня мы танцуем босиком на песке. Я буду сердцем, а ты давай. Напиши на нем пару слов о себе. Сразу на ты сядем в быстрый кабриолет. Я не знаю правил игры, но хочу, чтобы я победил. Нам из времени только сейчас. Мы умеем без паузы жить. Чувствуй сердцем, это для нас. Мы летаем, как первый раз. За солнцем и мечтай. Сегодня мы танцуем босиком на песке. Я буду сердцем, а ты давай. Напиши на нем пару слов о себе. Следуй за солнцем и мечтай. Сегодня мы танцуем босиком на песке. Я буду сердцем, а ты давай. Напиши на нем пару слов о себе. Митя Фомин!